23-13. Умка пришел. Ей! ГЛХФ. Погнали. ФФАшечка. Ну, надо очень агрессивно играть, потому что времени маловато. Лучше вылететь быстрее, чем затянуть. Так что давай. Посмотрим, кого дадут. Что за раса, что за герои. ФФА Беверлик. Класс. Класс. Мистер Лайт, причем автор, понимаете? Он же столько ивентов сейчас организует на ГГ по Warcraft. Карту сделал. Там лигу проводил вот эту. До сих пор в карту в эту катаю. Ну, и Стивай говорит, добрейшего вечерка. Лежу в ванне с пивом, не наделся, подрубая YouTube, шпаду на ФФА. YouTube он подрубает. На ГГ подписываться надо. Знал бы, что... Тогда что у нас сегодня варик. Конечно, смотри там, где комфортнее. Загружаемся. Погнали. Случайные расы, случайный герой. И каждый сам за себя. Карта очень контактная. Чаще всего последние, там, не знаю, пару лет на ней играем. У каждого по одной шахте. А дальше 6 штук по центру на 24 человека. Соответственно, если ты хочешь жить с деньгами, то нужно думать, как избавляться от соседей. И захватывать, соответственно, их ресурсы. Так, что-то мне уже слепит в глаза. Могу я без света? Без света я становлюсь красным. Я тоже сегодня проснулся довольно рано. Ну, для себя рано. Орки. Один товарищ, к сожалению, вылетает. Да-да. Чего надо, хозяин? Или дискается, или еще что-то, не знаю. Чего хочешь? Респ у меня не очень хороший, орки... Готов вкалывать. Самая моя не очень раса. Чего хочешь? С удовольствием. И я, наверное, пойду нужно сразу... Нам нужно больше золота. Ну где, где барак? Потому что начал уже... Готов вкалывать. Да. С этих. Нам нужно больше золота. Сбору и алтаря. То есть нам билд не под хедхантеров. Нам нужно больше золота. Так что придется играть с тем, что есть. Может быть, тогда... Ну, посмотрим. Посмотрим, что там на Т2. В зависимости от врагов поблизости. Готов вкалывать. Чего надо, хозяин? Работа сделана. Так, надо еще заказать героя и убрать в настройки по умолчанию. Готов вкалывать. Мне так привычнее. Да, хорошо. Да-да. Чего хочешь? Да-да. У нас мало древесины. С удовольствием. Работа сделана. Нам нужно больше золота. Чего надо, хозяин? Что вообще билд у меня за орков никакой. Нам нужно больше золота. А, у меня на шахте все-таки... Не так много людей, Дюрк хотелось. Поддержал ваш канал на 200 Привет. Рублей и сообщает, за рефлап ушить по кругу за 40 минут. За рефлап ушить, когда у тебя орки. А и те еще рефлапушеры. Орки, Зоги такой довольный. Так, алхимик первым героем. Моя жизнь принадлежит орде. Ладно, поехали. Не торопись. Хозяин. Хозяин. Тебе понравится мой новый рецепт. Работа сделана. Упакован. Ну, ради артефакта я лезу на этого мага. Без разведки на своих соседей. Свобу. Тебе понравится мой новый рецепт. О, кольцо защиты. Уже очень хороший артефакт для алхимика. Лучше для него, учитывая запас здоровья. Чего прикажешь? Может, по коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Может, я думаю, трех грантов вполне достаточно нам. Ага, Варайан тут рядышком. Хлебника огненных зелий!
хлебника огненных зелий. Добил, молодец. Под горлышкой готовка. Чего хочешь? Хочешь что-нибудь? Ну, чуть отступим, взорвать? Закупим замазку, замажемся. Готовка всему. Будет. Еще одну замазку надо брать, пытаться дальше проходить. Ладно, ну орки это моя такая, моя четвертая раса. Назовем ее так. Зиайн. Не умею ее за них играть. Может, по коктейлю? Блин, он же тут. Врайан собирается. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый? Понравится. Нам нужно больше золота. Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе понравится мой новый рецепт? Блин, еще. Злобу. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, чего по коктейлю? Сейчас что-нибудь взорвем! Хозяин. Блин, не достаем. Хочешь что-нибудь взорвать? Да. Упакован под горлышко и готов ко всему. Ладно. Понравится мой новый рецепт. Сейчас как намешаю. Ныряй и уклоняйся, кретин. Чего прикажешь? Может, по коктейлю? Да, я согласен, что странный билд, но выпала большая мана, и подумал, что практичнее мне будет здесь лечение взять. Хочешь что-нибудь взорвать? Все будет. Упакован под горлышко и готов ко всему. Так, больше грантов я делать не хочу. Хочешь что-нибудь взорвать? Попробую собрать еще. Хозяин. Может, хозяин. Коктейлю? Кому чего намешать? Так, окей, здесь да, тоже есть шанс. Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе понравится. На крипинг нормальный. Алхимик, конечно, танкует. Возможно, слишком танкует. Хочешь что-нибудь взорвать? Ну кто, если не он? Тебе понравится мой новый рецепт. Сейчас что-нибудь взорвем. Зелье лечения, возможно, второй хил. Кому чего намешать? Ой, хьюм! Упакован под горлышко и готов ко всему. Ой, не смотрите, это ужасно просто. Сейчас как намешаю! Хочешь что-нибудь взорвать? Все будет! Работа сделана! Кому чего намешать? Да ладно. Торопи. Ладно, поехали, короче. Сейчас как намешаю! Может, по коктейлю? Тебе в кои-то веки все три центральные точки удается забирать. Понравится мой новый рецепт. Ну почти. Хозяин. Хозяин. Улучшение под горлышкой готов ко всему. Все будет. Так, делаем так, делаем так. Может, по коктейлю? Хорошо, там кипер не очень взорвать? Стремился меня забрать. Так, а получается у меня под боком undead. Непонятно. А, хуман наверху. Чего надо, хозяин? А давай попробуем. Хорошо, так все-таки. Ну, чисто ради разнообразия. Взорвать? Кому чего намешать? Сейчас как намешаю. Да, здесь, скорее всего, все уже закреплено. Тебе. Смотрим, что за следующий герой. Второй. Исследование завершено. Останавливаем здоровье. Упакован под горлышко и готов ко всему. Пока что не лечением, а просто этим. И второй герой. Таурен, я думал о тебе. Я мыслил прям вот... Да, да. Осталось только прокачать его. Тогда вот эта вот тема, она, мне кажется, может зайти. Тебе понравится мой новый рецепт? Что прикажешь? Таурену передаю сразу колечко. Не торопи. Так, ну окей, тогда, тогда что? Тогда маш. Может, коктейлю? Хочешь что-нибудь? Посмотрим сейчас с боем, что у этого товарища. Умка. Умка не очень готов пока что. Чем могу быть полезен? Тебе понравится мой новый рецепт? Но у него есть магическая вышка. Чем могу быть
полезен. Хочешь что-нибудь взорвать? Хочешь что-нибудь что взорвать? Ты кажешь? Может, по коктейлю? Превосходный план. Сейчас что-нибудь взорвем! Тебе полет понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышко и готов. Да. Кому чего намешать? Ну, немножко поубивали им, конечно, но это такое. Упакован под горлышко и готов ко всему. Несерьезно. Чем работа сделана? Тебе понравится мой новый рецепт? Третьего героя брать точно не буду. Сейчас как на мишаню. Что прикажешь? Хочешь что-нибудь взорвать? Может, по коктейлю? Да. Упакован под горлышко и готов. Блин, там вышек, конечно, много. Тебе понравится мой новый рецепт? Не торопись. Не торопись. Может, по коктейлю? Я готов. Хочешь что-нибудь взорвать? Так, а как дальше-то действовать? Приказаний. Хочешь что-нибудь взорвать? Ай, не уместить. Полету может, готов. По коктейлю? Не уместить. Тебе понравится мой новый рецепт? Короче, я убью, так? Улучшение завершено. Кадой молодой. Нам нужно больше и пара апгрейдов. Понравится мой новый рецепт. Хочешь что-нибудь взорвать? Ну, погнали. Ныряй и уклоняйся, кретин. Жду приказаний. Упакован под горлышко и готов ко всему. Враг в небе. Может, пока враг в небе. Не тороди. Хочешь что-нибудь взорвать? Так, ну, кадой молодой есть. Мой новый рецепт. Дождаться кому апгрейда. И все будет. Рабочие тут у него сейчас, как стоят. Намешаю. Не торопи. Что все прикажешь? Упакован под горлышко и не дождался апгрейда, я, конечно. Хочешь что-нибудь взорвать? Да. Сейчас как намешаю. Клевника огненных серий. Под горлышко и готов ко всему. Минус герой, скорее, сейчас будет. По коктейлю? Угу. Что? Тебе понравится мой новый рецепт? Я достаточно мамы. Блин, грант все-таки умер. Ладно, гранты не нужны. Что? Может, по коктейлю? Чем? Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе чуть перегруппировываемся. Сейчас что-нибудь дальше добавим еще бору. Хлебника огненных серий. Что? Может, по коктейлю? И убиваем его. Так, давай сразу базу ставить. Хочешь что-нибудь взорвать? Хотя сразу-то не получится, учитывая то, что все равно нужно... Так, Таурен третий. Умка пишет ГГ. Ой, там еще Хуман прилетел. Не только Умка. Тут два человека бегают просто. Еще они там забыли. Хочешь что-нибудь взорвать? Гори, вот! Работа стерда победит! Может, орда победит! Хочешь что-нибудь чего взорвать? Хочешь? Упакован под горлышко и готов ко всему. Чем? Окей. Восстановить тебе ману, взять шкатулку, поставить базу, подумать о кастерах. Может, кастерах думаю заранее, кастерю? Потому что... Так, милосердие уже делает кошков. Немножко. О, побежали, этого переварили. Таурен третий, но все равно третьего героя пока делать не буду, потому что... Жду приказаний. Хочешь что-нибудь взорвать? И... Чем понравится мой новый рецепт? Полезен. Берем. Под горлышко и готов ко всему. Сразу берем рабочих и сюда. Может, и надо будет, наверное, какое-то время тут покуковать рядышком с базой. Тебе потому что... Ну, много вложений. Надо подумать, как охранять наши инвестиции. Может, по коктейлю? И потихонечку Spirit Lodge добавлять.
сейчас как намешаю. А, слушайте, тут еще одного убили, судя по всему, андедом. Все будет. Работа сделана. Может, пока коктейлю? Я не уверен, что красную смогу собрать. Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе понравится мой дом? Такой армии. Ну, ее могли уже взять, естественно. Такая стадия, что... Нет, не взяли. Может, получится, может, не получится. Я не знаю. Поехали. Блин, тут подходит уже этот... Кадой, нет, Кадой не трожь. За Кадоя. Хочешь что-нибудь взорвать? Что прикажешь? Упакован под горлышко и готов. За Кадоя готов шатать. Минус нага. Правда, сейчас еще умрет. Три виверны. Может, три виверны, Михаил, блин. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Работа не очень удачный. А, еще одну сажали. Хочешь, так, два Кадоя. Здесь ВДН, ДМ. Чего надо, хозяин? Готов ко всему. Может, пока коктейлю? Жду приказаний. Может, пока коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышко и готов ко всему. Что? Хочешь что-нибудь взорвать? Хочешь что-нибудь... Кому чего намешать? Ну, алхимик у нас танкует, типа. Спасли гранта. Вариант пятый. Хорошо, назад отступаем. Леса не хватает, надо добавлять. Восстанавливаем. Это вторая группа. Не хватает уже леса, надо добавлять. Ну, Варайнд меня не беспокоит. Он... Тебе нужна моя помощь? Чем могу быть полезен? Может, пока коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Чего ты хочешь? Я бы посмотрел на него. Чего хочешь? Тебе нужна моя помощь? Ставили вард. Может, узнать бы состав армии его. Под горлышко и готов ко всему. Грант мне не нужен. Готов вкалывать. Добавляю виверну. Хочешь что-нибудь... До леса не хватает еще. Так, он, похоже, там с кем-то внизу под сражается. Под готов ко всему. Гарги. Понятненько. Может, пока коктейль... Не самый лучший момент, чтобы сейчас в баток вкладываться. Тебе нужна моя помощь? Но, к сожалению, нужно. Хочешь что-нибудь взорвать? Знахаря вызывали? Герой у него очень слабенький. Но с наскока, особенно под зиггуратами, я его не убью. Особенно без ВД-мастеров. Тебе понравится мой новый рецепт? Я прилетел. Хочешь что-нибудь взорвать? Любопытно, что он там строит. Сделаю. Тебе понравится мой новый рецепт. Давайте попробуем на шару в центр. Ну а вдруг там что-то осталось подкрепиться? Хотя мне 5-5. Какой смысл крепиться? Непонятно. Я прилетел. Может... Озвучка у Вари, конечно, просто шикарная. У нас мало древесины. У нас Шреддер нужен, конечно же. Упакован под горлышко и готов. Но в центре, как и можно было догадаться, уже все закончились. Упакован под горлышко и готов. Так, а вот это плохо. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Помощь? На нашу базу кому чего намешать? Погнали. Чего ты хочешь? Ну, пес. Чего хочешь? С удовольствием. Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Хочешь что-нибудь... Так, во-первых, за этим. Не торопись.
можно еще базу попробовать поставить. Надо было сажать, я все не успеваю контролить. Арба бы еще хорошо зашла. Тому же самому Таурену, у него все хорошо с атакой. 60 лимита просто, 60, понимаете? Это очень плохо. Чего ты хочешь? Мастера готовы. Тебе понравится мой новый исследование завершено. Мне надо третью базу сделать. Надо пытаться ставить третью базу. Ну, ресурсов нет. Сейчас неудачное какое-нибудь сражение, я лимит не отстрою ни в жизни. Нам нужно больше золота. Нам нужно больше золота. Нам нужно больше золота. Ну нет ресурсов. Вроде базы есть, а ресурсов нет. Что за сказки? Варайн что-то строится и строится и строится и строится. Знахаря. Ставим базу. Тебе понравится мой новый рецепт. Чего ты хочешь? Под горлышкой готов. Тебе нужна моя помощь? Дестройер Акалита делает. Явно он у себя там соседа убил. Тебе понравится мой новый рецепт. Ладно, раз он меня не трогает, я не хочу второй фронт открывать. Давайте лучше попробуем хумана действительно так немножко прессануть. Да, заказываю рабочих. Телепорт, если что, есть. Поставим здесь вард, поставим здесь вард. Да, и он, кажется, активизировался в кои-то веки. То есть сражать обома, взорвать этих троих. Много всего надо делать. Тебе понравится мой новый рецепт. Тебе хочешь что-нибудь взорвать? Я же коктейль. Погнали. Нормально. Перевариваем. Блин, забыл здесь доскать рабочих. Может, коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт. Ой, куда же он полез? Турен шестой. Шикарно. Тут трансмьют уже есть. Есть ГГ. Так, сейчас быстренько переходим в шаманов. Давай быстренько попробуем решить на будущее проблемы с лесом ультимативным. Третьего героя надо уже сейчас брать, потому что... Эти герои хоть и классные, но после ультимейта уже развиваться-то некуда. Классно посражались. Кастеров вообще не потеряли. Потеряли где-то двух виверн. И все, вивернам побольше. Здесь лавочку... Я вообще пару вышек здесь желательно построить, так на будущем. Дальше нужна разведка сюда, 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 сюда. И сюда. И вернемся сюда. Туреном пойти... Туреном пойти затариться, попытаться. Дерево возьмем Шреддера, да? От какого-то лимита избавиться. 4 будет, если Шреддер будет доступен. Жду приказания. Шреддер. Архмаг. Блин, ну не самый полезный герой, прямо скажем. Я готов. Так, тут у нас Ричин. Давай-то сразу сюда. Вивернами убиваем виверну. Таурен пытается найти что-нибудь полезное. Находит сразу очень много полезного. Глаза разбегаются, мне на все не хватает. Просто денег. Работа сделана.
Класс. Чего хочешь что-нибудь взорвать? Офигеть. Сделаю. Исследование завершено. Блин, Dagger 6. Блин, столько всего. Ой, хорошо. Давай-ка сюда всеми. Далее. Думай. Далее ставишь базу. Еще одну архмага сюда. Ну, нужно сейчас с деньгами проблему решить. С лесом, вы считаете, проблему решили. С деньгами не совсем. Соответственно, надо поставить здесь на полухалявку экспанд и туда отправить людей, которые не нужны. Здесь так. Корона королей еще, блин, надо держаться, короче, центра. СМФ ливнул. Они, видимо, там зарубились с кем-то из стартовых сильных. Капец, тут так много всего хорошего. Туриан, давай, родной. Что на этот раз? Жду, не могу помочь. Что дальше? Добыча идет. Здесь лишний рабочий вводим сюда. Мне кажется, там и так пятерка была. Берем сначала блинк-даггер. Только Таурену нужен блинк-даггер. Передаем сюда колечком. А потому что колечко уже алхимику важнее. Таурену никто в здравом уме и твердой памяти не будет атаковать. Хочешь что-нибудь взорвать? Да. Дальше думай. Дальше, пока мы стоим, улыбаемся, закупаем корону королей. Медальку желательно архмагу взять, потому что он будет сдыхать постоянным. Ему нужно набрать как раз колец защиты и прочего. Взять либо алхимику, либо, скорее всего, Таурену. Все-таки еще корону королей. Но сработает 4 базы, и мы никак не можем... Дошел сигнал о том, что мы Хумана сейчас будем бить. Тебе неплохо. Мой тихо. Куда? Вы чего? Что началось-то? Может, пока коктейль? Кому чего намешать? Хочешь что-нибудь взорвать? Погнали. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Хотя у меня тут нет... А ну-ка стоять, бояться. Таурен влетел просто. Ё-моё, вы видели, как он влетел? Капец, просто минус Варден сразу. И вся армия стоит в стане. Так, спокойно, Михаил, там грифоны. Да тут надо уже от виверны избавляться потихонечку. Беру корону королей. Деньги зато подкопились. Еще пояс богатыря. Ну, чтоб мага не убивали, он будет батарейкой ходящий. Алхимику бы я тоже взял еще колечко. Все, и потихонечку ласт. От виверны избавляемся. Переходим больше в баток, чтобы антиэр у нас был хороший. Здесь потихонечку надо, наверное, выстраивать защиту какую-никакую. Плюс 12. Ну, теоретически алхимику можно когти потихонечку закупать. Маска смерти ему тоже хорошо зайдет, потому что он и так по воздуху стреляет, ему арба не нужна. Шреддер, как ты здесь оказался вообще, друг? Ой. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Приказывай. Тебе понравится мой новый рецепт? Чем могу помочь? Там довольно приличное количество. Может, пока коктейлю? Где лимит, я не могу понять. Неужели виверна одна так много всего сожжала? Так, надо взять еще. Так, ричинг. Я готов. Здрасте. Да, надо ботинки, видимо, приобретать уже. Мне вообще нравится его лимит, потому что он взрывается. Убить виверну, сделать еще пару бестиариев. И можно нормально его штамповать уже потихонечку. Деньги в ноль. 4 нычки, деньги в ноль. С ума сошел. Требуется моя помощь. Понравится мой новый рецепт. Нам нужно больше золота. Трую пару ботинок. Могу помочь. Да, можно парочку ВД подрезать, конечно, но... Может, пока да. Коктейлю? Слушаю.
очень соблазнительный товарищ, прям очень. 6-8 баток пильнуть, и уже можно вламываться в него. А у меня точка сбора здесь кривоватая. Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под банкормочкой, готов ко всему. Может его вернуть на мейн куда-то? Коктейлю? Приказывай. Хочешь что-нибудь взорвать? Не торопи. Тебе понравится твой новый рецепт. Там Анде, такое впечатление, что он вынужден, он просто ушел. А, тут умер, тут тоже умер. А, ну тогда... Тогда понятно. Все, выходим из лимита. Сейчас прилетит. Или нет? Слева проверим, нет ли у него здесь новой базы. Нет, но здесь рабочие ричинга стараются. Так, а где батки-то? Все равно, я строю баток уже с... А, вот они, новый приплод прилетел. Так, значит, оситка. Сначала оситка, потом взрываться. Сначала оситка, потом взрываться. Ну, сейчас убьет весь. Да. Ладно, продолжаем тогда сражаться так. Сейчас убьет Тауреныч. Да, я поздавал героев, увы. Поздавал героев. Пытаюсь свалить. Ну, плохо расконтролил. То есть я вломился, кастеры сзади не атаковали нормально. Я в игре еще пока не знаю. Требуется моя помощь. Да. А хотя бы Таурена восстановим. Зажигай. Будет сделано. Чем могу быть полезен? Так, он добавляет еще этих брякеров. Так, как минимум еще три человека таких же. О, а что это за Криотентриус со странным лимитом? Что прикажешь? Жду приказаний. Чем могу быть полезен? Очень странный лимит у Крио. Давайте-ка туда к нему метнемся. Ну, это вообще ни о чем не лимит. Хотя, может, того добить сначала попытаться. Я готов. Какие масштабные сражения, посмотрите. Так хочется вписаться сюда, да? МК-6, правда, что будем жечь? Да, с батками я... А, и тут сейчас его будет другой убивать. Не, давайте лучше приписюнемся, как сказал бы Соколик. Чем могу быть полезен? Тебе понравится мой новый рецепт? Что прикажешь? Может, по коктейлю? Да, может. Хочешь что-нибудь взорвать? Сюда вот. Приказывай. Брекеров миллион. Может, по коктейлю? Их как раз мне нечем убивать. Блин, такая жара. Брекеров мне убивать нечем. Да и здесь тоже особо... Ну, тут проблема есть. Телепортируется. Сейчас как намешаю. В целом хорошо.
Мы взорвали много всего. Размен был более-менее плюсовый. Но мне кажется, что я, во-первых, зря не сделал разведку, не отгородил себе еще пару шахт, чтобы быть в курсе, что вообще что происходит. Да, и Крео еще тут активизировался. Сейчас на баток нужна хорошая экономика, а мне как раз сейчас экономика будет ушатывать. Хочешь что-нибудь разорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышко и готов ко всему. Может, покажу коктейль? Спанули. Ну, слушаю. Хочешь что-нибудь взорвать? Чего надо, хозяин? Хочешь что-нибудь взорвать? Приказывай. Все будет. Я готов. Упакован под горлышко и готов ко всему. Требуется моя помощь? Да, вот это вот надо шатать. Ломиться на базу смысла нет. Тебе понравится мой новый. Надо сражаться с ним, пытаться... Получай! Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышко и готов ко всему. Приказывай. Что потенциально здесь, как вы видите, большое количество ресурсов еще. И раз он сидит за вышками, можно его немножечко вернуть на землю. Таурен с третьей аурой. Тебе понравится мой новый рецепт? Может, пока коктейлю? Да. Тебе понравится мой новый рецепт? Подкорлышко и готовь ко всему. Шутник истощен. Хочешь что-нибудь взрывать? Ну, взрывай, ну. Убиваем Таурена у него. Это фатально должно быть уже. Недостаточно маны. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? И других героев есть. ПГГГГ. Отлично. Так, значит, верхнюю часть взяли, получается. Большое количество шахт, но, ну как большое, на самом деле три всего лишь. Меня больше беспокоит, как мы будем с... О, мне там 4 кадо, я психанул, заказал. Ошибка, конечно. Так, давай попробуем затариться еще. Здесь неплохо, здесь плохо. Здесь построил вышка-вышка сюда. Бегает ДМК. Хочешь что-нибудь взорвать? Да, есть там что-нибудь хорошее? Разве что когти плюс 15. Я готов. Превосходный план. Да, опасная связочка там у него. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, к коктейлю? Опасная, опасная связочка. Понравится мой новый рецепт? Сделаю. Может... Ресурсов запаса нет. Упакован под горлышко и готов ко всему. Работайте, чем могу помочь. Хочешь что-нибудь взорвать? Блин. Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Я же здесь базу должен был делать, да? А, там на этом месте просто была другая база. Хорошо, сейчас группируемся. Пытаемся стабилизировать ситуацию в плане добычи, потому что везде легкий хаос царит. Взять телепорт, убить лишнего кадоя, да простит меня, конечно.
Под горлышкой готов ко всему. Те, кто защищают Кадоев. Хочешь что-нибудь взорвать? Но 4 это перебор. 2 еще куда не шло. Под горлышкой готов ко всему. Не хватает денег на рабов просто даже. Ну и, конечно, желательно бы затариться. То есть попытаться контролировать центр и пытаться каким-то макаром. Я думаю, что с триплокастерами делать. Вроде как таурен есть, вроде как алхимик есть. Если там будет нормальный контроль. Капец, там, конечно, ушатывают вообще людей только в путь. Ну, у него соточка лимита была. За наших предков. Может, коктейлю? Мне кажется, здесь как раз и нужны будут наши любимые. Хочешь что-нибудь взорвать? Я готов. Тебе понравится мой новый рецепт? Жду приказаний. Что приказ? Маме не хватает. Да. Жду не дождусь. Пока коктейлю? Упакован под горлышкой и готов ко всему. Ну, была вообще мясная битва, конечно. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, пока коктейлю? Говори быстрее. Сейчас, как... Убить Кадоя у Миши. Да, да, стыдно, стыдно. Упакован под горлышкой и готов ко всему. Рестор, конечно, есть. Давай рестор возьмем. Понравится мой новый рецепт? Чего ты хочешь? Может, вы чё? Хочешь А это что за орк такой? Что? Ладно, там ничего страшного у него нет. Так, погодите, я все еще в сомнениях. Какие бабки, ты чё? Надо вообще СМФа пытаться собирать. Смотреть, у него периферийные базы, что его явно поджимают где-то. Не давать ему периферийные ставить дальше. Тут защищаться, там защищаться. А, он уже все, что хотел, убил, да? Тебе понравится мой новый рецепт? Надеюсь, он защищаться. Корона королей, если еще. Денег нет! Может, пока коктейлю? Тут сейчас прибегут уже. Упакован под горлышкой и готов ко всему. Да. Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышкой и готов ко всему. Требуется моя помощь. А, у меня же... Блин, у меня что урен без... Черт. Дурак. Без ульты таурена мне. Хочешь что-нибудь взорвать? Кому чего намешать? Тебе понравится твой новый рецепт? Мне никак не перебить сейчас ульту Фаерлорда. Есть слив полный. Вообще не готов. Я таурена отдал. Минус базы. И вышки, минус рабочие, все. Отдача очень дорогостоящая была сейчас только что. Дико не доконтроливаю. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт?
Может, это коктейль? Знахари вызывали. Под горлышкой готов ко всему. Может, это коктейль? Останавливаемся. Кое-как пытаемся. Там еще орк идет на меня. Этого не хватало мне. Центральную сдаем, что ли? Похоже, что да. Сдаем центральную. Не своевременно. Шейдеры убираю, рабочих спасаем. Я не могу сражаться за эту базу. Чего надо, хозяин? Хочешь что-нибудь вызвать? Да. Да. Может, чем могу помочь? Я тебе готов. Понравится мой новый приказывай. Понравится мой новый рецепт. Взываю к силам. Да. Может, чем коктейль? Да. По коктейлю? Будет исполнено. Жду. Ждем архмага, ждем подкрепа. Но у меня центральной уже нет. Там такая битва. Конечно, дикая. И здесь ничего, да? И тут ничего. Потихоньку восстанавливаем. Хочешь что-нибудь взорвать? Что будем делать? Виверны тоже не внушают уже доверия в такой стадии. Может, ясно, надо очень аккуратно действовать, потому что деньги скоро закончатся мне. Тебе понравится мой нож на этот раз. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, по коктейлю? Упакован под горлышкой, готов ко всему. Хочешь что-нибудь? Если можно продавать, надо продавать. Тебе я продаю. Чем могу помочь? Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе приказывай. Понравится мой новый рецепт? Будет сделано. Чего ты хочешь? Под горлышкой готов ко всему. Чем могу служить? Может, приказывай. По коктейлю? Нет, я здесь не могу ничего сделать. Да, не знаю. Хотя. А, там еще один нападает. Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышкой, говорит. Говорю, не надо размениваться. И такое сейчас масштабное было сражение. Просто со сливом всего лимита. Класс. Не, ну я там тоже, конечно, поубивал, левелы пополучал, но... Я готов. Тебе понравится мой новый рецепт? Чего ты хочешь? Упакован под горлышкой, готов ко всему. В целом ситуация, конечно, тяжелая, конечно же. Здесь еще у меня есть шахта одна. Грейден? Да, тут кому грейден? Один грейд на атаку виверном, остальное кастеры и герои. Грейды сейчас уже не актуальны. Я думаю, что делать виверн было уже ошибкой. Сейчас надо прям очень аккуратненько в лимите 50 посидеть. Повыдвигаться на... Поставить варды. Может... Пока коктейлю. Сейчас нужно как раз то же самое, что и в прошлый раз. Тут, по сути, три еще вполне живых и сильных игрока с хорошими лимитами, с хорошими героями, понимаете? Вот в этом проблема. И я то там орк пришел, то с этим, с Крио посражались. Чего ты хочешь? Может, пока коктейлю? Упакован под горлышкой, готов ко всему.
Рудник почти истощен. Чем могу служить? Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой... Ну, в результате, смотрите, Крео снизу. Может, по коктейлю? Тебе нужна моя Тебе помощь? Понравится мой новый рецепт? Тоже такую на полухаляву собирает. Упакован под горлышкой. Без защиты, без всего. Чем Может, по коктейлю? Рудник истощен. Хорошо. Сделаю. Это... Хочешь что-нибудь взорвать? Я готов. Говори быстрее. Может, пока коктейль? Чего ты хочешь? Хочешь что-нибудь взорвать? Я что? Ой, Архмаг, что-то у меня тут... Нифига себе, там... Нет, сейчас молоток будет. Требуется моя помощь. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Мне кажется, пора выходить из лимита. Это здесь уже все. Да. Конечное. Говори быстрее. Тебе понравится мой новый рецепт? Да. Хорошо. Может, пока коктейль упакован под горлышкой, готов ко всему. Не, назад ходит. То есть тут один, там второй. Может, пока коктейль. Какая Тебе грязь! Понравится мой новый рецепт. Ну, слушаю. Чего надо, хозяин? С удовольствием. Чего надо, хозяин? Хочешь что-нибудь взорвать? Да. Хочешь Жалко, орков стафов нет. Грабь и убивай. Кстати, грабеж — это хорошая тема. Тебе Тут есть что пограбить. Понравится мой новый рецепт. Может, по коктейлю? Блин. Упакован под и тут орк, и там... А, нет! Понравится мой новый рецепт. Девятый лич, восьмой МК с такими предметами. 1000 маны у Крио. Просто дичь. Хочешь что-нибудь взорвать? Чисто на героях я не выйду. Может, пока коктейлю? Тебе нужна моя помощь. Так, ну собираем, пока нет апкипа. Слушаю. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Упакован под горлышкой и готов. А, и все-таки он... Может, ну что Крео делать, я не пойму. Ты Сейчас пойдет в атаку. Он все-таки принял решение. Вот так вот. Ну я не могу. Давайте нормально сейчас лимиты отстроим, потому что уже начало первого. Хорошему тут надо было посидеть максимально, да, да высасывать все, потом сделать лимит и выйти на центральную. Тебе понравится мой новый рецепт. Там еще ласт будет перекастовывать. Рудник почти истощен. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Тебе понравится мой. Да, он рядышком. Что такое? Чего хочешь? Хочешь что-нибудь взорвать? Сейчас можно было третий грейд на атаку все-таки сделать. Я бы даже ласт бы не делал, потому что это все в минус будет. Тебе нужна моя помощь. Там такое количество брейкеров, капец. Говори быстрее. Ладно, 100 лимит, погнали. Блин, Таурен не очень хорошо зашел. Капец, он Таурен ничего сделать не может без НВО. Да, здесь ластецкая битва. Виверны развалились напоследок все. И тут орк. Ну, достойное завершение фуфашечки. На этот раз. Может, пока коктейлю?
хочешь что-нибудь взорвать? Исследование завершено. Тебе понравится мой новый рецепт? Чем могу помочь? Хочешь что-нибудь взорвать? Может, коктейль? Упакован под горлышко и готов к... Ну, давайте со вторым посражаемся напоследок. Может, по коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Это Урен немножечко подставляется. Будет сделано. Тебе да понравится мой новый рецепт? Ладно, погнали, что я, слабака, что ли? А что такое? Ох, но все равно они карту поделили. У одного верхняя та база, у того нижняя. Здесь лучше сразу брать. А, у меня магаза нет. Да, тогда лучше сразу брать. Давайте, это ласт. Сори, да я пойду уже. Да здесь долго очень. Сори. Доигрывайте. ГГ. Ну вот поэтому я и не хотел начинать, блин, фуфашечку позже, чем 11. Потому что на самом, блин, интересном месте сейчас. Минотавры. Конечно, минотавры. Ну, Крео на первом. Незначительный мат, но он на первом. Но у него проблемы с ресурсами, как вы видите. 45-69. Ладно, друзья, увидимся с вами, возможно, завтра. Не знаю, завтра к нам гости приезжают. Посмотрим, удастся ли мне выбраться, чтобы посмотреть матчи. Но если удастся, то трансляция будет в 16.